Привет! Сегодня я нашел новый топ игр, которые недавно появились на платформе, и так не буду тянуть. Давайте начнем. И первая игра на обзоре маленькая и простая, но довольно затягивающая игра. Вы играете за улитку с оружием и уничтожаете других улиток. Игра простая, но отличная убивалка времени. Благодаря этой игре я вспомнил про один мультфильм про скоростных улиток, и это заставило меня ностальгировать. Ну а теперь перейдем ко второй игре. И это у нас игра Tower Defense. В переводе это «Защита башни». Обычно это игры, где мы играем за защитников, но в этот раз мы играем за вражескую сторону. И это прикольно. Игра хорошо сделана. Да, сделана хоть и просто, но все же очень хорошо. Геймплей также подойдет. Скоротать какую-то перемену или время ожидания — отличная игра. А теперь перейдем к следующей, и это тоже отличная игра. Платформер. По задумке мне напомнила Портал, так как задумка этой игры — это также два измерения, игра довольно прикольная, имеет хорошую реализацию, и в нее действительно классно играть. А теперь перейдем к последней игре топа. И это игра с идеей, которую я не сильно встречал в Фанкейде, а именно ловля определенных эмодзи в стилистике Фанкейд. Если и были такие игры, то ихняя реализация оставляла желать лучшего. А тут отличный проект с классной реализацией, в которой действительно можно залипнуть на полчаса. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч!